Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Орталық коммуникациялар қызметінің алаңына қош келдіңіздер. Баспасөз мәслихатымыз Қазақстанда тұңғыш рет ұйымдастырылып отырған Азияның медиа диалогы атты халықаралық медиа шарасына арналады. Бұл жоба Елордада шілденің 10-12 күндер аралығында өтеді. Шара аясында Радио Эйжа 2018 халықаралық конференциясы мен семинарлары, Радио Эйжа Сонг фестивалі халықаралық ән фестивалі, Медиа 2020 халықаралық конференциясы ұйымдастырылады. Жобаның мақсаты мен міндеттері туралы алаңымызға келген қонақтар толығырақ айтып береді. Сондай-ақ спикерлеріміз бізді шараның бағдарламасымен кеңірек таныстырады. Бізде қонақта Қазақстан Республикасы ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Әскербекұлы Абаев, Азия тынық мұхиты хабар тарату одағының бас хатшысы Джавад Матаги, Қазмедиа орталығы басқарушы компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Ләззат Олжабайқызы Жүнісова. Қымбатты қонақтар, ақпараттық алаңымызға қош келдіңіздер. Құрметті Дәурен Әскербекұлы, сөз тізгіні өзіңізде. Құрметті әріптестер, Азия тынық мұхиты хабар тарату одағының бас хатшысы Джавад Матаги мырзаға Қазақстан жеріне қош келдіңіз дегім келеді. Әріптестікке тығыз қарым-қатынасқа дайындықтарыңыз үшін алғыс айтамын. Бүгін біз ақпарат және коммуникациялар министрлігіні және Азия тынық мұхиты хабар тарату одағы бірігіп қолға алған Азия медиа диалогы жобасының басталғалы тұрғалы хабарлау үшін жиналып отырмыз. Бұл іс-шарада бірнеше семинар мен конференция өтеді. Талқыланатын басты тақырыптың бірі телерадио хабар тарату саласын заманға лайық дамыту болмақ. Форумға Азия тынық мұхит елдерінің ұлттық және аймақтық хабар тарату бірлестіктерінің жүздеген аса өкілі қатысады. Сонымен қатар қазақстандық медиа менеджерлер мен журналистердің осы іс-шараны ауқымды түрде насихаттауға атсалысады деп үміттенеміз. Телевизия мен радио жоғары технология бойынша әрдайым дамып отыру қажет екенін бәрімізде жақсы түсінеміз. Қазақстан бұқаралық ақпарат құралдары да бұл үрдістен қалыс қалмауы тиіс. Дорогие коллеги, мы рады сегодня с господином Матаги дать старт медиа-диалогу Азии. Это наш первый крупный совместный проект с Азиатско-Тихоокеанским вещательным союзом. Как вы знаете, этот союз является крупнейшей некоммерческой профессиональной ассоциацией, которая объединяет 292 вещательные организации из 69 стран Азии с потенциальной аудиторией в 3 миллиарда человек. В нашем мероприятии, посвященном вопросам развития современной телерадиоиндустрии, примут участие генеральные секретари таких влиятельных игроков на рынке массовых коммуникаций, как Ассоциация Средиземноморских стран, Ассоциация арабских вещателей, Радио Индии, а также более 150 делегатов из 40 стран Европы и Азии. Сегодня казахстанская телерадиоиндустрия активно развивается. Так, в Казахстане зарегистрировано более 200 телерадиоканалов. Успешно функционируют аналоговая и цифровая кабельная и спутниково-вещательные сети. В настоящее время министерством активно ведется работа по поэтапному переходу к цифровому эфирному вещанию. Отечественные телеканалы уже делают первые шаги по продаже своего контента за рубежом. В сентябре текущего года мы планируем провести Астана Media Week. И, пользуясь случаем, хочу пригласить наших партнеров с ABU к участию в данном контент-маркете. Хочу также отметить здание Казмедиа-центра, которое играет центральную роль в экосистеме телерадиовещания нашей страны. Здесь собрана передовая инфраструктура, которая позволяет как принимать, так и отдавать телевизионный сигнал в любую точку мира. Мы открыты и заинтересованы в сотрудничестве с Азиатско-Тихоокеанским вещательным союзом. Для Казахстана это отличная возможность реализовать свой контент, принимать активное участие в международных проектах, а также совместно решать вопросы технологической модернизации телевизионного и радиовещания. Добро пожаловать в столицу Казахстана. Уверен, что проект «Медиадиалог Азии» будет успешным для всех участников и станет началом плодотворного сотрудничества между Казахстаном и Вещательным Союзом. Спасибо за внимание.
Дорина Скирбегола, благодарим вас. Уважаемые коллеги, следующее слово предоставляем генеральному секретарю Азиатско-Тихоокеанского союза телерадиовещания Джаваду Матаге. Доктор Джавад Матаге, добро пожаловать в Казахстан, в Астану и на нашу площадку. Первый, наверное, это ваш официальный визит вообще в Казахстан, в Астану. Хотелось бы узнать ваше впечатление о городе. Мы буквально недавно отпраздновали свое 20-летие. И, конечно же, о сотрудничестве IBU с Казахстаном и несколько слов о организации. То есть спасибо, во-первых, господин Абаев, за ваши добрые слова в отношении Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза. Мне понравилось вернуться в Астану и вернуться и работать с Казмедиа и с другими членами медиа-сообщества в столице Казахстана. Как вы действительно правильно упомянули, АТВС это является крупнейшим союзом, вещательным союзом в мире, с возможностью охвата аудитории 3 миллиардов людей не только в регионе АТР, но и также по всему миру. Свыше 290 членов у нас есть, и 3 активных члена у нас есть в Казахстане. И это практически мой второй визит в Астану. И ранее, в 2004 году, у меня была возможность приехать утром и уехать вечером обратно в Алмату. Но, как я могу видеть, здесь в городе наблюдается колоссальный прогресс. И я просто могу сказать, что ваш город очень красивый, ваш город быстро растет, и самое важное, это, конечно же, люди, которые являются бесценным ресурсом для страны, и я, пользуясь этой возможностью, поздравляю вас с 20-летием Астаны несколько дней назад, прошу прощения, и также праздновался день рождения его превосходительства президента. Я бы хотел поздравить его превосходительство господина Назарбаева с его днем рождения. И у нас очень хорошее партнерство между IBU и Казахстаном, однако я верю, что это вот возможность такая, при помощи которой мы можем укрепить наше партнерство. Мы можем укрепить наше партнерство путем проведение 3 главных событий IBU в Астане. Это вот мероприятие по радио, радио в азиатских странах. Это крупное мероприятие. И второе — это песенный фестиваль. И третье — это Медиа 2020. Это очень хороший показатель того, что Астана является именно тем местом, где укрепляется диалог, где обсуждается диалог с медиапрофессионалами на Востоке и на Западе. И мы верим, что это хорошая отправная точка для того, чтобы сделать гораздо больше для развития медиа в Астане, в Казахстане. У вас очень много возможностей. У вас красивая страна. Вы можете внести свой вклад не только в Центральную Азию, но и во весь регион. И посредством Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза можете внести свой вклад в развитие всего мира. И вы являетесь членом этого большого союза. И я приложу все свои усилия в качестве генерального секретаря для укрепления партнерства между Казахстаном и другим и остальным Азиатско-Тихоокеанским регионом. Большое спасибо. Я рад, что я уверен, что это только первый шаг к сотрудничеству между Казахстаном и АТВС.
В следующие несколько дней вы увидите, что вот профессионалы в сфере масс-медиа приедут со всего мира сюда, и мы будем говорить о вызовах, с которыми сталкиваются профессионалы в сфере СМИ, и каким образом мы, вещатели, можем изменить эти вызовы на возможности, как мы можем научиться чему-то друг от друга, и что делает ваша страна, вы можете показать, и можете узнать, что делают другие страны, и учиться — это вот действительно хорошая возможность для проведения таких мероприятий. И эти конференции, они дадут нам такую возможность учиться друг у друга. И кроме того, песенный фестиваль, он празднует единство и многообразие, красоту и многообразие различных культур путем песен. И мы рассматриваем многообразие как возможность, а не как угрозу. Мы в регионе АТР, у нас многообразие, очень яркое многообразие, как в плане населения, людей, религий, в политике и так далее, во всем. И мы верим, что это многообразие не является угрозой, это является возможностью для того, чтобы наше общество, они смогли объединиться, и здесь наше место. И Медиа 2020 — это платформа для того, чтобы поделиться этим многообразием, этой красотой с другими вещателями на Западе и посмотреть, каким образом мы можем обменяться нашими идеями с другими профессионалами и рассмотреть эти вызовы и возможности. И посмотреть, что мы можем взять с собой в будущее. Мы, вещатели в мире, сталкиваемся с одинаковыми вызовами и возможностями, возможности и решения могут быть разные, но всегда говорим, что мы должны мыслить глобально, но действовать локально. В глобальном мышлении мы можем узнать многое друг от друга, а когда мы действуем на локальном уровне, мы пытаемся привнести этот опыт, локализовать и донести опыт до общественности. Құрметті әртестер, біз келесі сөз кезегін Ләзәт Ұжабайқызына ұсынамыз. Шараның бағдарламасы туралы толық ақпарат береді. Қайырлы күн, құрметті әртестер. 10-12 шілде аралығында Астанада Азия медиа диалогы атты халқаралық жиын өтеді. Оған әлемнің 37 елінен келген 100-ге жуық өкіл қатысады. Жиын аясында бірқатар маңызды шара өткізу жоспарланған. Атап айтқанда, 10-11 шілде Радио Азия халықаралық конференциясы болады. Мұндай конференция Қазақстанда алғаш рет өткізілмек. Онда радио хабар таратудағы маңызды бағыттар талқыланады. 11 шілдеде Азия радиосының халықаралық ән фестивалі өтеді. Фестивальға Үндістан, Вьетнам, Қытай, Түркия және тағы басқа 10 елдің жас артистер қатысады. Онда Қазақстан намысын жас әншілер Рустем Жүгінісов пен Джардан Аракелян қорғайды. Фестиваль Қазмедиа орталығының киноконцерт залында өтеді. Басталуы сағат 19:00, кіру тегін. Ал енді 12 шілде күні халықаралық медиа 2020 конференциясы өтеді. Оның аясында Еуропа мен Азияның алдындағы қатарлы медиа басшылары медиа саланы дамытудың өзекті мәселелерін талқылайды. Добрый день, уважаемые коллеги. Уже определенная информация по медиаконференции прозвучала. Джавад Матаги подробно рассказала. Я хотела бы озвучить некоторые детали. В рамках медиадиалога Азии планируется проведение нескольких значимых событий. 10-11 июля пройдут конференция и семинары «Радио Азия». Такая конференция, посвященная вопросам развития радио, проводится в Казахстане впервые. И мы думаем, что данная тематика будет интересна не только национальным вещателям, но и региональным вещателям. Здесь будут обсуждаться актуальные тренды
радиовещания. 11 июля пройдет международный песенный фестиваль «Радио Азии». На фестивале примут участие молодые артисты из 10 стран, являющимися членами Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза, таких как Индия, Мальдивы, Вьетнам, Китай, Афганистан, Туркменистан, Турция, Индонезия, Непал и Казахстан. На фестивале Казахстан будет представлять молодые исполнители Рустем Жигунусов и Джордан Аркелян. Фестиваль пройдет в киноконцертном зале КМО. Вход для жителей и гостей столицы бесплатный. Начало фестиваля в 19:00. Мы приглашаем всех на фестиваль. 12 июля пройдет международная конференция «Медиа-2020». Данная конференция выстраивает диалог между Европой и Азией по широкому кругу вопросов медиа. Участниками конференции выступят ведущие менеджеры Европы и Азии. Будут обсуждаться актуальные проблемы и тренды развития медиаотрасли. Спасибо. Благодарю вас, Лизат Ужибаевна. Уважаемые коллеги, мы переходим к вашим вопросам. Будут ли вопросы по теме пресс-конференции? Дильхан Алимецкий, у меня два вопроса. Вы ранее говорили, что министерством ведется работа по переходу на цифровое телевещание. Скажите, пожалуйста, на какой стадии находится данная работа? И второй вопрос. Как вы считаете, проведение подобных мероприятий у нас в стране, как они могут повлиять на медиасферу в Казахстане? Спасибо. Ну, начну со второго вопроса. Если вы посмотрите даже тематику, которая будет обсуждаться на площадке конференции, это очень значимые и очень интересные вещи. Я думаю, что для всей медиаотрасли мы даем хорошую возможность не только послушать, высказаться и получить неповторимый опыт со всех стран, которые будут участвовать. Это только одно это, я думаю, даст такое хорошее развитие медиаотрасли. По первому вопросу, в этом году уже мы в пилотном режиме три области, Мангыстаускую, Жамбылскую и Южно-Казахстанскую области, где-то с Мангыстауской с октября месяца, остальные с декабря месяца мы уже в пилотном режиме, начнется цифровое телерадиовещание. Мы планируем до конца 2020 года завершить строительство всех радиотелевизионных станций. Это позволит нам с 2021 года полноценно перейти на цифровое телерадиовещание в Казахстане. Это очень большой и серьезный шаг. Вы знаете, страна у нас очень большая, а население не очень большое. И охват всей страны занимает достаточно продолжительное время. Эта работа уже ведется несколько лет. Эту работу мы на постоянном контроле держим. Спасибо вам за ответ. Уважаемые коллеги, будут ли еще вопросы? Курмет Арптистер, Тадас Рахтар. Добрый день, Лаура Матава, Казинформ. У меня вопрос гостю нашему Джаваду Матаги. Господин Матаги, у меня к вам несколько вопросов. Первый вопрос такой. Какие вы видите перспективы ABU в Казахстане? И считаете ли, что Казахстан может стать той единой площадкой, на которой будет создана эффективная модель ABU из стран Центральной Азии? И еще один вопрос. Мне касается того, что какие тренды наблюдаются сегодня в развитии западных медиарынков? Спасибо. Благодарим вас за вопросы. Ну, у нас уже есть сильное партнерство с тремя организациями в Казахстане. И одна из этих организаций является полным членом ABU, полноценным членом ABU, Хабар агентство, и другие это дополнительная организация, это вот национальная телерадиокомпания Казахстана. И Казмедиа является аффилированным членом агентства Хабар. Хабар является членом ABU, административного совета ABU, который является вторым важным, высочайшим органом принятия решения в ABU после Генеральной Ассамблеи. И поэтому практически Казахстан уже находится в сердце организации по принятию решений и является членом административного совета. И перспективы партнерства с Казахстаном очень позитивные, и я действительно верю, что у вашей страны есть огромный потенциал для взаимодействия во всем регионе и посредством региона с вещателями по всему миру. И мы верим
и надеемся раскрывать больше этот потенциал в Казахстане. И господин Абаев сказал нам о том, что о переходе на цифровой формат, и я понимаю, что это возможность, это даст нам гораздо больше возможностей. Что касается рассмотрения этого сквозь призму региона, мы говорим о качестве, мы говорим о цифровом формате, мы говорим о более дешевом производстве, о лучшем и более широком охвате населения со всеми видами платформ. И государственные вещатели, они смогут достичь до всех посредством всех видов новых платформ. И это очень сильная сторона. С региональной точки зрения, конечно же, мы прилагаем все наши усилия, поскольку в регионе ABU у нас есть самые продвинутые страны в мире в плане цифровой технологии 8K, есть формат. И мы пытаемся выйти с стратегической целью, чтобы перейти на цифровой формат везде и снизить вот этот цифровой разрыв, так сказать. И мы будем прилагать все усилия в этом плане. Что касается западных СМИ, я думаю, что диалог, который вы увидите здесь, на форуме «Медиа 2020», это первый шаг для построения лучшего понимания между Востоком и Западом. Это первый шаг для обсуждения, для обмена взглядами, чтобы узнать друг друга и создать возможности для вещателей, чтобы они знали, какая аудитория в разных странах. И для укрепления партнерства. Здесь взгляд с западной перспективы, с западной точки зрения. И чтобы, в общем, чтобы отойти от этого и непосредственно познакомиться с аудиторией. И поэтому мы всегда верим в диалог, мы всегда верим, что это будет эффективно. И мы очень рады, что это мероприятие будет происходить в Астане. Будут ли еще вопросы? Кроме тардистер, тогда 42-й сбулама. «Казахстанская правда», Александра Власова. У меня вопрос к госпоже Лиза Жунусовой. Запланирована ли трансляция радиофестиваля в странах-участницах Радиовещательного союза? Также какие темы будут обсуждаться на конференциях? И какие новые источники доходов применяются у вас на радиорынке? И также в каких новых форматах вы работаете? Спасибо. Спасибо. Радиофестиваль будет транслироваться в радиоформате на радиостанции «Казахское радио». В Казахстане будет телевизионная версия на телеканале «Казах ТВ». Проявили интерес Туркменистан, Афганистан, Непал, Индонезия, Мальдивы. То есть в этих странах будут транслироваться радиофестиваль. Я хотела бы отметить, что радиофестиваль в рамках мероприятий, которые проводит ABU, впервые был проведен в 2015 году. В Румынии, также этот радиофестиваль проходил в Китае, в Пекине, и вот в этом году будет в Казахстане. Надеемся, что формат понравится казахстанцам. Относительно вопросов, которые будут рассматриваться на конференции, Даурен Аскербекович отметил актуальность этих вопросов. Но вот я хотела отметить, что будут вопросы, касающиеся оценки аудитории и инструментов ее исследований. То есть этот вопрос очень актуальный и постоянно обсуждается на всех рынках и актуальный для вещателей. А здесь будут представлены и сделаны презентации новых трендов. Также интересными будут вопросы относительно новостей. Ни для кого не секрет, что есть такое понимание, что популярными сегодня становятся вопросы, условно говоря, ложные. И каким образом должны СМИ реагировать, и как они должны методику отрабатывать, определение, где есть поддельные новости, и как с ними работать. Такие вопросы будут подниматься в конференции. Спасибо.
Ләзәт Құлжабайқызы, сізге көп рахмет. Құрметті әріптестер, біздер сіздерді осы 10-12 күнді аралығында өтетін шараларға шақырамыз, қатысуларыңызға болады. Қадірлі қонақтар, құрметті баспасөз конференцияға қатысушылар, осымен біз жұмысымызды аяқтаймыз. Азияның медиа диалогы атты халықаралық медиа шарасына біз тек сәттілік тілейміз. Мистер Матаги, thank you for such support and good luck to this project. Құрметті әріптестер, келесі кездескенше сау болыңыздар.